раз, это Хардбас, все спортивка ходит, да, на Найках пацаны слушают Хардбасы. Александр Зуев, корреспондент телекомпании АТВ, мне 25 лет, я уже здесь сколько? 2,5 года. Но подождите, сейчас все расскажу и покажу подробнее. Просто все, круто. Типа реально круто уже журналистом работать. Здрасте. Скажите, пожалуйста, а что вы тут делаете? Я не могу, я хочу за вас отработать. Можно, пожалуйста? Я чем-то хочу вам помочь просто. У нас серьезная работа. На наших плечах большая ответственность. Главное не коснуться дерева, да? Ну, кость. Нет? Я медведь. Коньку. Уходить. Но я в тот момент для себя понял, что я полезный. А, нет, не повезло. У нас серьезная работа. На наших плечах большая ответственность. А ты в этой теме? Дайте, чуть-чуть совсем, можно, пожалуйста? Сейчас наедимся. Мне кажется, что заниматься только одной профессией, вот одной работой, это невыгодно. Что за кекс? Шарлотка с апельсином. Супер вкусным. А как так сделать? Скажите, пожалуйста, может быть, есть какой-то универсальный рецепт, чтобы можно было дома приготовить? Так же вкусно, как вы здесь. Да, лепешки. Они идут с картошкой, традиционное татарское блюдо. Ой, обожаю. Нас напоили, накормили, еще и приодели. Скажите честно, меня видно? Нет? А я есть. А вот на этой его нет. Почему? Сейчас подробнее расскажу. Я такой, че? Вы в жизни выглядите лучше, чем на экране. Возможно, на экране я реально стрёмно выгляжу, зато в жизни-то какой. Уже в это воскресенье весь день мы будем показывать его лучшие сюжеты, интервью и программы. 28 июля день с Александром Зуевым на АТВ. Не пропустите. Александр Зуев, телекомпания АТВ.